Многострадальную крышу дома на Пироговской 7/9 все-таки отремонтируют. После многочисленных обращений жильцов и выхода репортажа на репортере на место выехала комиссия ЖКС «Фонтанский». Работа кровельщика, который залатал дыру, действительно была выполнена некачественно. Придется переделывать. Коммунальщики пообещали провести ремонтные работы максимум в течение 2 недель. Там действительно есть проблемы, которые мы планируем в ближайшее время устранить. Там идет речь о коньке, который там требует жести замены. Плюс там старый бак, видимо, еще топился котлом. Этот бак тоже протекает. Мы возьмем мастику, обмажем, тоже закатаем это. То есть в ближайшее время мы возьмем материал и выполним эту работу. Комиссия начала работать, и во всяком случае хоть какое-то движение появилось благодаря телевидению. И сейчас они планируют, обещали в течение 2 недель это все восстановить, отремонтировать мелким ремонтом и потом подать заявку на капитальный ремонт уже крыши, замена шифера там и так далее и тому подобное.